Службам благоустройства поставили задачу обратить особое внимание на поддержание чистоты в городе во время праздников. Так, после закрытия елочных базаров на территориях состоится уборка. По строгому графику будут наводить порядок на всех новогодних площадках города, в том числе и на площади Куйбышева. Синоптики обещают самарцам снежные зимние каникулы, поэтому подрядные организации должны быть готовы к расчистке проезжих частей, тротуаров, остановок общественного транспорта, а также социально значимых объектов. В период новогодних праздников все объекты, особенно это касается всех стационарных больниц, точно с 4-го работать будут все поликлиники. Это в первую очередь. Управляющим компаниям напомнили о необходимости очистки кровель домов от снега и сосулек. При этом ответственность за состояние козырьков, балконов и лоджий лежит на жителях. Вот сейчас ситуация только качнется где-нибудь на ноль или на плюс. У нас проблема будет с кровлями. Я попрошу, не дожидаясь, сейчас организовать там, где есть опасения схода снега или наледи с кровель, с козырьков. Владимир Василенко подчеркнул важность беспрепятственного доступа к храмам и церквям для горожан в период религиозных праздников. Также для перевозки граждан в рождественскую ночь из Покровского кафедрального собора, храма во имя апостолов Петра и Павла, храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилла Мефодиевского и Софийского собора по окончании праздничных богослужений 7 января 2022 года к 2 часам ночи будут предоставлены автобусы. Максим Магомедов, Василий Колдашов. События.